Упасть так, чтобы не сломать ни руку, ни ногу, не повредить ни спину, ни голову. Наставник сборной России по дзюдо Евгений Кулдин делится секретами тренерского мастерства. Коллегам из нескольких регионов Поволжья он дает базовые элементы восточного единоборства, культуру которого постигал в Японии. Это сразу же можно применять в практической работе, в своей, поработать со своими ребятами на местах и с этими подходами, с такими инструментами разобрать большинство техник, большинство комбинаций, которые встречаются в борьбе. Семинар с участием Кулдина – это практическая часть проекта «Путь к вершине». Он реализуется в Ульяновске на средства гранта Фонда президентских грантов. Его выиграл региональный олимпийский совет совместно с областной федерацией дзюдо. Слушателями семинара стали не только начинающие наставники, но и уже опытные тренеры, работающие в профессии по 25 лет. Очень много нюансов на самом деле. Вот, преподносишь детям так, и я вот даже ловлю себя на мысли о том, что вот здесь надо бы вот акцент сделать на эти вещи, вот здесь на эти, понимаете? Век живи, век учись. Вот это точно в цель. Не только практика, но и теория. Проект «Путь к вершине» направлен на то, чтобы молодым наставникам дать новые знания в области педагогики и психологии спорта. А для опытных педагогов это возможность освежить в памяти подзабытые методики. Ведь именно тренер – главная составляющая успеха в современном спорте, считает в Олимпийском совете Ульяновской области. Какой будет тренер, такие будут и ученики. Кто нас выводит в мастера? Если тренер будет профессионал, значит, он, скорее всего, добьет, его ученики, скорее всего, добьются выдающихся результатов. Поэтому учить учителей, для меня, считаю, очень важное. Блок. Напомним, «Путь к вершине» – это второй семинар для тренеров, прошедший в Ульяновске за последний месяц. Ранее подобные мероприятия провели представители Федерации КУДО, а впереди – лекции ведущих специалистов в области физкультуры и спорта из Российского международного олимпийского университета. Они состоятся в дни форума «Россия – спортивная держава». Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.